Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия», в студии Руслан Джукаев и коротко о главном. Поддержка участников специальной военной операции. В Общественной палате состоялось первое заседание Комитета семей воинов Отечества. Яркий певец с прекрасным голосом. Он блистал на разных концертных площадках. Не стало народного артиста России Хусейна Готова. Юные помощники полицейских вместе с сотрудниками ГИБДД провели плановую акцию «Месяц безопасности дорожного движения». Они делают нашу улыбку еще краше. Сегодня Международный день стоматолога. Как люди в белых халатах отмечают этот день? В Карачаево-Черкесии создан Комитет семей воинов Отечества. Первое заседание прошло в Общественной палате Республики. На нем выслушали родственников бойцов и говорили о мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Подробности у Али Баташева. В начале мероприятия первый заместитель руководителя администрации главы правительства Республики Марат Хубиев поблагодарил родственников тех, кто несет службу в зоне проведения СВО, и напомнил о действующих мерах поддержки военнослужащих. Согласно указу главы Карачаево-Черкесской Республики, были определены региональные выплаты военнослужащим и их семьям по 100 тысяч рублей единовременно. Кроме того, на 23 миллиона рублей, выделенных из регионального бюджета, закуплено и отправлено дополнительное снаряжение для солдат. Качество этого снаряжения глава нашей республики Рашид Бориспиевич Тимрезов проверял лично. На базе централизованных пунктов сбора сформировано и отправлено жителям, оказавшимся в зоне специальной военной операции, гуманитарных грузов на сумму более 112 миллионов рублей. Руководителем регионального отделения Общероссийского общественного движения «Комитет семей воинов Отечества» стала Аида Анушка. На первом заседании родственники участников СВО говорили о возникающих проблемах. Моего мужа, например, ребята с окопа вытаскивали, потому что у него отнялись ноги. Три раза он обращался в госпиталь. Ну, повезли, второй или третий раз уколы сделали и обратно отправили. Понимаете? Их несколько. У одного пацана, парня, который вместе с ним, у него грыжа штоля. Ему вообще требуется операция. Никто не обращает на это внимания. Это Суздальского района, три человека таких. К вам будут обращаться и говорить, что есть такие-то проблемные вопросы. Вы эти проблемные вопросы будете уже направлять мне. Я как человек, который с помощью нашего главы, вот Марата Сагитовича, которые вот они во всем абсолютно мне помогают, поддерживают. Я уже буду добираться до тех ведомств с этими вопросами, куда надо. На встрече были рассмотрены вопросы медицинской, юридической и психологической помощи участников СВО и членов их семей. Марат Хубиев сообщил, что комплексная работа по поддержке военнослужащих будет вестись на постоянной основе, чтобы объединить всех граждан для достижения общей цели – победы. С 10 февраля во всех районах республики пройдут благотворительные концерты с целью сбора средств для участников СВО. Али Баташев, Али Бастанов, «Вести Карачаево-Черкесия». Печальная весть. Ушел из жизни народный артист России, народный артист Карачаево-Черкесии, заслуженный артист Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии Хусейн Готов. Соболезнования выразил глава республики Рашид Тимрезов. Хусейн Азаматгериевич – профессиональный певец, педагог, человек широкой души с отзывчивым сердцем и огромным талантом. Все его творчество и жизнь были пронизаны любовью к малой родине, семье, людям. В своих песнях Хусейн Готов воспевал красоту и щедрость родного края, уделяя особое внимание своему черкесскому народу, языку и культуре. Горько терять таких людей. Для нас это невосполнимая утрата. Светлая память о нем и его прекрасный голос будут жить в наших сердцах, говорится в соболезновании Рашида Тимрезова. Похоронят Хусейна Готова завтра в его родном ауле Жако. В Черкесске сотрудники полиции провели информационно-профилактические мероприятия по актуальной проблеме дистанционных мошенничеств. Полицейские рассказали об основных видах дистанционных мошенничеств и краж, совершаемых посредством информационно-телекоммуникационных технологий. Особое внимание стражи порядка уделяют пенсионерам. Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными при общении с незнакомцами, не сообщать посторонним лицам ни под каким предлогом персональные данные, реквизиты банковской карты и так далее.
В ходе мероприятия стражи правопорядка раздали памятки и брошюры, разместили в общественных местах плакаты с подробным описанием видов дистанционных преступлений и способов их распознавания. Полицейские также рекомендовали жителям в обязательном порядке довести полученную информацию до своих родственников и знакомых. В рамках операции «Участок» проводится комплекс мероприятий, число которых входит профилактика мошенничеств, особенно IT-сфере. Мошенники используют также способы, различные способы и методы, одним из которых является, что привлекают людей большими процентами и выигрышами, в связи с чем люди становятся жертвами данных преступлений. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью до 19 градусов мороза, днем минус 3 плюс 2, в горах до минус 8 и на дорогах гололедица. В Черкесске переменная облачность без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью до 17 градусов мороза, днем минус 1 плюс 1. И на дорогах гололедица. Улыбка возвращает зрение. Фентолазерная коррекция зрения в клинике доктора Крылова «Окулюс Арт». Даваторцев 39А, 43, 73, 87. Сателла Мебель. Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии, Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная, улица Широкая, 2Б, второй этаж. Телефон 8-952-836-4703. В рамках общереспубликанских профилактических мероприятий «Месяц безопасности дорожного движения» сотрудники Прикубанского ОГИБДД совместно с активистами школьного движения «Юные помощники полицейских» провели плановую информационно-пропагандистскую акцию. Ахмат Халкечев продолжит тему. Главный пропагандист Прикубанского отдела ГИБДД Заур Каппушев вначале провел краткий инструктаж для юных помощников полицейских. Школьникам он объяснил, как нужно представляться перед тем, как обратиться к водителям, и что к проезжей части можно подходить исключительно в сопровождении сотрудника. В 2022 году у нас на территории Прикубанского района было зарегистрировано 5 дорожных транспортных происшествий с участием совершеннолетних детей. В двух из них, у нас дети получили ранения. Казалось бы, это не, может быть, не такая устрашающая цифра, но на самом деле это довольно-таки серьезно в любом случае, потому что и район у нас небольшой. Я считаю, что на нашу численность это все равно очень серьезная такая цифра. Учащиеся специализированного класса общеобразовательной школы поселка Кавказский запустили сразу две информационно-пропагандистские акции «Письмо водителю» и «Засветись». Кроме писем, в которых важные напутствия, юидовцы дарили водителям еще и фликеры. Сделайте своих детей заметнее, чтобы машины не попали. Спасибо. Спасибо вам. Это будет очень полезная вещь. Ну, нам на портфель наклеить, там на это наклеить, поэтому... Я думаю, что это очень хорошая и полезная акция. Хотел бы, чтобы чаще было вот такие акции. Это будет дисциплинировать наших водителей. Информационно-пропагандистская акция направлена прежде всего на упреждение роста дорожно-транспортных происшествий. Как отмечают полицейские, абсолютное большинство ДТП случается из-за несоблюдения требований дорожных знаков, разметки и скоростного режима. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Скоро в России на законодательном уровне могут запретить вейпы. Причин несколько, и в первую очередь рост несчастных случаев при использовании испарителей. Чем же опасно это новомодное средство, якобы помогающее избавиться от курения, в сюжете корреспондента Артура Мхце. Медики Карачаево-Черкесии не ведут статистику несчастных случаев от употребления вейпов или электронных сигарет. Хотя бы потому, что и сами пострадавшие чаще всего не готовы признаться, что именно стало причиной их плохого самочувствия. А тем временем в России участились факты отравления, а порой и гибели после использования испарителей со смесями. Производители альтернативных способов курения, они утверждают, что это более безопасный вариант, что якобы есть жидкости, в которых нет никотина, например. Ну и что, например, с помощью вейпов или электронных сигарет можно даже бросить курить. На самом деле это обман, а порой и самообман. По документам вейпы и электронные сигареты носят название «электронная система доставки никотина». Но как же так? Ведь производители утверждают, что его там нет. Получается, вводят в заблуждение. Многочисленные исследования медиков доказывают, что вреда от испарителей со смесями ничуть не меньше, чем от обычных сигарет.
Обманываясь, человек слишком поздно осознает, какой вред причиняет своему здоровью. Кроме того, есть еще один фактор, который может привести к летальному исходу после контакта человека с новомодными средствами. Они порой лопаются или взрываются прямо во рту. Почему, конечно, сейчас вот так активно озаботились, да, этой проблемой, в частности, в Госдуме Российской Федерации? Потому что очень много различных случаев серьезных, да, которые возникают непосредственно на фоне использования вейпов и электронных сигарет. Случаи разные, то есть то, что касается, допустим, травмоопасности, да, то есть вейпы взрываются очень часто за счет того, что многие эти конструкции, сами эти жидкости, они на сегодняшний день чаще всего приезжают к нам из стран Азии и, соответственно, не досматриваются. Пожалуй, главной пострадавшей стороной в этой ситуации можно признать молодежь. Затянутые рекламой юноши и девушки начинают использовать вейпы, чтобы родители не узнали о пагубной привычке. Запах смесей этого не выдает, но здоровье-то не обманешь. В 2020 году вейпы и электронные сигареты были признаны табачными изделиями, а значит, ответственность за их употребление в общественных местах равнозначна наказанию за курение сигарет. Количество несчастных случаев по России после использования испарителей побудило законодателей пойти на более кардинальные меры. Теперь планируется полный запрет на вейпы и электронные сигареты. Впрочем, куда более эффективным средством противодействия видится профилактика. Все-таки надежнее предотвратить шаг человека в бездну, чем потом по крупицам пытаться восстанавливать его здоровье. Артур Мухцали Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня Международный день стоматолога. Праздник врачей, благодаря которым наша улыбка становится еще краше, а зубы крепче. Профессиональный праздник стоматологов в республиканской поликлинике побывала наша съемочная группа. Репортаж Аллы Динаевой. Профессиональный праздник стоматологи встречают на своем рабочем месте. Поток пациентов увеличился, потому что с 6 по 11 февраля в республиканской стоматологической поликлинике проходит неделя развития ответственного отношения к здоровью полости рта. С этой программой пациентов стало больше. Каждому пациенту мы оказываем должное внимание. Проводим консультации, профилактические осмотры. Непосредственно я выявляю наличие кариозных полостей, а также различные патологии в полости рта. Мы их, конечно же, лечим и даем рекомендации в последующем. Акция бесплатного профилактического осмотра в стоматологии проходит во исполнение указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года и плана, разработанного Минздравом Карачаево-Черкесии. В рамках этой недели проводятся бесплатные профосмотры в стенах нашей поликлиники. Мы с большим удовольствием приглашаем всех гостей и жителей республики на профосмотры. С 6 февраля мы постарались проинформировать население республики в своих соцсетях, на сайте, информировали благодаря помощи других лечебных учреждений. Люди идут, пациенты на профосмотры. Я надеюсь, что до конца недели еще пациенты будут идти. Мы ждем всех и каждого. Профилактика позволяет не только выявить заболевание на ранней стадии, но и своевременно за короткие сроки с меньшими затратами провести лечение и предотвратить некоторые болезни. Я узнала из социальных сетей, и вот, собственно говоря, мы и так собирались в больницу, в поликлинику приходить с малышом, поэтому как раз решили воспользоваться такой возможностью и прийти проверить полость рта и у ребенка, и у себя, соответственно, сделать профилактику, если понадобится, ну и подлечить, конечно, зубки. Во время обеденного перерыва, выкроив немного времени, большой коллектив республиканской стоматологии собрался вместе на торжественное мероприятие. Теплые слова звучали от коллег, а после рабочий день продолжился. Неделя профилактики еще продолжается. Кто не успел, либо не было возможности попасть раньше, мы всех ждем желающих, в том числе и выходные, так как будут дежурные врачи, которые с удовольствием примут также на профосмотр. Доктора еще раз напоминают, что даже при полном отсутствии симптомов посещать врача-стоматолога необходимо не реже, чем 2 раза в год. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Всего доброго и до встречи в эфире.